Анонс итогов до выхода нового 4-серийного сериала «Контрольная для взрослых». Показ сериала состоится 4 апреля на канале «Домашний». Елена и Степан готовятся создать ячейку общества. Еще не вступив в брак, жених и невеста уже начали конфликтовать. Лена категорически против грандиозного празднества по поводу свадьбы. Ее устроили бы скромные посиделки в кругу родных и близких. Степан же предпочитает банкет в ресторане, в присутствии внушительного числа гостей. Героиня давно уже потеряла веру в любовь. Для нее свадьба не более чем сделка. А предложение она приняла под прессингом со стороны матери. По дороге с работы женщина пересекается с Костиным, несостоявшимся женихом. Когда-то она отвергла его предложение по причине его патологической ревности. Кавалер даже поднимал на нее руку. Неожиданная встреча вновь перерастает в ссору, свидетелем которой становится Игорь, отец одной из учениц Елены. Придя на подмогу, он получает серьезную травму. Костин разбивает ему голову. К счастью, летального исхода удается избежать. И виновник конфликта надеется избежать наказания. Однако Елена намерена добиться торжества справедливости любой ценой. Показ сериала состоится 4 апреля на канале «Домашний». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.